Белорусская помощь. Последняя отдал? Что-то я отдал, не этот, не Триси. Баренька тут? Джейн Доурен, не? Да, тоже. Ну ладно, нет. Спасибо. Кулак дайте. Что не хватает? Кулак. Кисуленька. Под Эдгаром. И друидом. Малом, по себе там. А, она пишет, что каски дала. Она ебанутая. Слышь, ты? ГП Виталя, блядь. 500, нахуй. Ебуть. Вот так вот. Кто ты вообще такой? Базари, что ты, блядь? Чё там, блядь, WhatsApp, дай ассисты, чтоб смотрел, кто принял, кто нет. Кашку бафни по себе, кисуленька, пожалуйста. WhatsApp тебя не слышно. А мне слышно вообще, кстати, не? Да, слышно. К сожалению, да? Да, ну, если хочешь, к сожалению, скажу. Но я не хотел, я не знал, что кнопку нажал, извини. Ту каску бафни по себе. Паладина. Надо же трейд оливнул. Я же в шутку. Объясните ей как-то. Ты тупой, Виталий, просто. Просто тупой. Раз повода заходит, и люди за тебя ливают. Да. Понял, это тебя сейчас еще жизни научит. А по-моему не видите. Блять, поднял корону, появился. Ищите ретрика. Кто там протопал, который в ППГ был? Ты тут еще? Да, я здесь. Не можешь, выходи. Слышь, ты меня еще заагри, блядь. Сейчас еще и, блядь, БДК выгонишь с рейда. Давай. Я танчу. Да, да, танчишь. Поменяйте их там местами. И Даню не слышно, Даня. Да чего вам сказать? Так, что там Виталик тупафал? Клоки? Угу. Чего с этим бастиком еще? Че, блять, вообще происходит? Я сломал вам систему случайно. Да, лучше бы ты не заходил. Поставьте шкаф. Да есть что-то, рыба там или столик. Сейчас дам. Спасибо. Ну какой Freedom? Первый дальше или второй? Нам шамана надо искать, бастик уходит. Ты не трай. Он. Виталик, такой Freedom кидаешь? Первый, второй? Кто танк сейчас? Лимошка? Угу. Че я танчу? Какой скажете? Догадайся. Понятно. Перепишите макросы респанк хаба. 10 мелких ты танчишь. Аудасиус. Аудасиус. Ханта, если что. Давайте все возьмите в цель Аудасиуса. Того, кто, блять, вайпал нас подряд. 10 траев. Все готовы там? Ну. Басап. Нет, не все. Догадайтесь, кто не готов. Ваня, Ваня, ты тут? Да иди нахер, я готов. Я даже чек принял. Бибопа нету, наверное.
Да нет. Да я же сказал, Адаусиуса нету. Я уже тут. Вы спрашиваете, кого не хватает. Возьмите его в таргет, пожалуйста. Давай, нажимай кровавую. Все, яр. Слава, иди начинай. Подожди. Лимошка, что не хватает? Я-то прожал, давай беги, сука, пока я тебя не бью. Крест, дай пополам. Олег. Мой мелкий, да? Встать можешь? Да. Что было сейчас, музыка прозвучала, кто-то, может, кто знает, на ютубе. Оу ноу, оу ноу, оу ноу. Оу ноу, оу ноу. Да-да-да. Перебежали. Дай ему крест, Олег. Можете уже ману залить и экономим ману, беги. Бей там с автоатаки пока босса. Печать регени. Не умирай, Патрисия. Блять, пошел похилить его. Нормально. Сука. Поднимай. Кого мне? Друида? Ренивала. Громовой поднимай Элдорана. Дайте все бафы по паладинам или друидам. У нас один БР, никто не умирает. Войд зашел, вот тут приедет заходить. Поставь метку, чтобы били. Хиль меня этой вспышкой. Я прожимаюсь. Аску мне лимошка. Я фридом где? Передавал. Два моба, блядь. Все встретим встанет. Заходите, восьмой. Заходите. Вот, запиши мувик. Два. Я есть свет. Понял. Я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Остерегайтесь теней. Да, это с нами? Да, да, здесь. Перебежали. Огран. Восьми гиру, наверное. Надо дать восьми гиру. Секьюрити метка. Почему сосредоточия нет восьми? Перебежали. Ну, это скорее всего тоже вайп. Хаба метка. Алдеран, не бей трэш, иди поднимай его.
возле стены двойная лужа. О. Ну не знаю, во тьме как-то прожимать и живите там, гимн на ХП давай. Чили, там лезвие только начали, да? Да, да, только да. Начались лезвия. Беги под хвост, беги под хвост, и через 5 секунд заходи. 4, 3, 2, 1. Все, заходи во тьму. Вон летая метка. Ну, хильте вдвоем. Пластик выноси. Не. Ну, падаем, падаем. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Вы первый убили? О, Кирилл, тут? Да. Заходи на Рестер Шаман. Сейчас убьем. Это первый? Да. Да. Первое говорили они. Ну, он, видимо, уже устал, спит, поэтому падает три раза за трай. Слушай, не бомби, я же извинился, что ты хочешь? Вот приставучая, конечно. У тебя что, блядь, корона появилась, что ли? Конечно, блядь, трусы жмет прям, блядь. Бастик, ты тут? Ну все, он, короче, того. А, мы поменяли трех людей, да? Паша, пока давайте, отойду минуту. Я тоже отойду на минуту. Смотри, ты тут? Я не сильно улавливаю суть твоего разговора. Я, может, что-то лишнее спрошу? Ну, кто вообще такая кисуленька? Виталий, ты чё, румынец, что ли, или чё? Походу, блин, ты с ней играл ещё до вступления в Адепт. Ох, ё, это Маша. А я-то думаю, чё такая приставучая? Думаю, чё-то знакомое прям вот. Это сколько прошло? Полгода, да, она в гильдии? Ты только сейчас узнал? Да, не, я ее знаю еще с кнутов, когда я первый раз там был. Ты меня знаешь, Виталий, еще с 4 КГС, когда ты завышал, мы своего первого только точнее. Когда ты был, да что давай не будем выделываться, больше меня отвергать не надо. Я не выделывался, а я тебя не оскорблял. Я тебе тоже могу, я просто знаешь что, я как-то решаю такие дела обычно более спокойно. Если ты меня, как или еще кто-нибудь, меня представку позовет, я в ответ тоже так отвечу, что росли заткнуть банальное отверстие. Понял, ты да? Ты понял, блядь? Жали теперь лапу дайте и этот, остальным баф. Вот управа на тебя нашлась, Виталий. Давайте не выносить Маше нашу ссору на всеобщее обозрение, как бы наши отношения, это наши отношения. Пишите мне в ПМ, пожалуйста. Тебе писал в ПМ, а ты на общее, а я не хочу на общее, я хочу лично общаться. Мак тут, да и инту. Все правильно, Маша, мы хотим знать, что Виталик, ну, не единственный, самый крутой. Ты теперь самая крутая. Ну, Виталий так себе. Пацан просто. Оптимус Точняков, Саудасиус. Да, мне что, свет или тьму? Давай, кралька, тьму, Гутербул, свет. О, тотем. Тотем можно прожиматься, наверное, да?
Там чувак... Шана, ты тут? Там чувак в болчате пишет, что сброс КД на ЦЛК 25М. Пойдем с нуля, да? Не, типа... Ай, ладно. Виталик. Вары, напоминаю, перед заходом в тьму включите на ХП, пожалуйста. Это очень важно, блин. И обновляй, пожалуйста, старскую мизантроп. Я уже заколебался обновлять. Перестаркал. Точнее. Все готовы, начинаю. Не, стой, кулак дайте. Кулак. Да это по тебе есть кулак, 27 минут, блядь. Раздражает. Предначально не показал. Поняли, да, кто вайпал? Шананш. Босса агрил. Диспельте? Маг. Маша, где твой паладин? Чё это с мелким? Чё он... Блять, не давайте быть фиры, блин. Кто там фир прожал? Не надо, он же вырастает. Ой, заходи. Рейд зашли. Оптимус, бей через рыб. Карману-то нам тоже надо. Заходите в тьму. Ваня, ты синий бишь? Не слышу. Синий? В смысле синий? Да не, джаг, желтый. Джага бьёшь. А, да-да, синий, синий. Ты о чём подумал? Толка. Блин, ты синий? Нет. Желтый мир, блядь. Блядь, как объяснить варам, чтобы они кричали на ХП, я не понимаю это. ГП, ебаним. ГПшечка. Ну так и будем, наверное, делать. Я не знаю просто. 2% один. Добиться от них крика на ХП. 51-50. Дала метку. Сначала метку. И в портал. Давай, Геру. Перебежали. Восьми рост. Падаем. Ой, да блядь, ну что у вас? Незыблемость только отдал. Кто это? Акр? Что Акр? Акр, блядь, земли.
Падайте возьми. Акр, блядь, ты все испортил. Кисуленькой, Машуленькой лучше, блядь, фриды мы давали. С Машуленькой, да? Два отдельных человека. Да. Не, ну, в принципе, его нельзя обвинить. Он протопал. Камхи вы должны были от него. А, подожди. А, бля, я что-то вообще попутал. Кто там? Ты же реально попутал, блядь. Алдеран. Алдеран, сам себя дисплейбишь? У нас просто метку, я что-то, блядь, затупил вообще. Я думал, у нас Акр протопал. Я могу попротопалить, если надо. Диспелли метку меня откинул страшным, что еще вы хотите услышать? Алдеран сам себя диспелил или его сдиспелили? Просто, ну, метка была не у стены. Не, я не знаю. Как там канал, возьмите за голову. Это что, подожди, это танка откинула от метки? Нет, хила. Просто... Ну, у меня потом истерич пошел. Почему писи? Ну это профилактические такое. Ну, блин, я каждый трек буду включать на хп, блядь. И каждый трек по нолику прибавляй. Прибавляй еще по нолику, ну нахуй, блядь. Ну будем потихоньку приучать, я не знаю, как научить на хп кричать. По пятерочке хотя бы 50 много. Лол, блядь. Топор рубить арбалет забрал, ему уже похуй на ЕПГ. Арбалет Гера, нихуя себе. Да он вообще фуловый, блин. Чешку ему только надо. А есть у кого-то голда на починку? Ну точно хила откинула, да? Да, Гутерпух. Да, меня откинуло. Ну еще кого-то вроде откинуло, но я не видел. Ну, умер, потому что Гутербул умер, потому что он под боссы залетел. Не можешь, как говорит, его откинул. Потому что весь трэш на мне, короче, на меня побежал сразу. Ну он, я не знаю, он не добежал до стены, он по пути пробежал и здесь поел. Спасибо. Я думал, можно и ГП дать. До стены нужно доносить. Там не было уже у стены. Там была на полпути, ну чуть ближе к стене, да. Там погнали. Не прожимайте никакую хуйню там, никакие ярости. Начинайте все готовы. Баг, блядь. В голове у тебя баг. Поворачивай, смещайтесь. Блин, долго забираешь мобов. Перебегать и подальше, и чуть ближе к морде. Смотрите, мы уже забыл сместиться немного. Но нормально уже развелись. Шо, у нас поднимаем драну. Войд, заходи. Рид, заходите.
Салами кружу. Спрашивается, зачем я кидал метку, если вы ее не бьете? Заходите, возьму. Через 5 секунд рост. Перебежали. Охуенно. Падаем. Что за говнотанк у нас, а? Пожирание души на секьюрити. Что нужно делать, если на секьюрити? Не-не-не, я знаю, спейлили и его кили. Там до миллисекунды было. Две тычки перебили. Блять, а теперь еще раз, только по одному. Ну покажите последние события. Или там ни хера не хилят. Там получается. Ну если шаман жал, и все. Возьми метку. Кто хилит танка? Друид буйным ростом хилит. Он пришел. Метка уже пришел. Он пришел уже. Да, и начал хилить. Я перестал вводить хилить. Ясно, короче. Ну не он, а она. Вроде как секьюрити вот. Короче, молитесь, потому что у меня 4 часа ночи. Секьюрити тоже засыпает. Не знаю, сколько у нее времени. Молитесь, блядь, делайте, что хотите. Скажи одно, есть вообще смысл второй раз ждать, или можно идти делами заниматься? Конечно, жди. Не, ну второй раз уже точно не будет. Я, по крайней мере, не пойду. Но может еще в это попадешь, конечно, да. Я думаю, скоро кто-то отвалится у нас. Давай, давай, ребят, идите спать уже, блядь, пиздец. А ты кто, маг? Да. Иди сам. Не ретрик. Да меня еще не кикнули, что ты назад просишь? Я, честно говоря, не знаю. Просто мы убиваем, но вы ничему не учитесь. Вот сейчас вот мы провернули босса, да? Мы стояли нестандартно. Как в эти мы должны были заходить? Сука, я специально, я специально смотрел на портал, да. Ничего не говорил. Весь рей подходит с той стороны к порталу и нажимает. Ну, блять, вам просто повезло. Вы, сука, не понимаете, что вы заходите под морду боссу? Все шаманы, секьюрити, гутербол, ТД, зашли под морду босса. Блять, я не понимаю, как вы так играете вообще? Войда мувики смотрит. Кто так играет? Научились. Наоборот, не смотрит, блядь. Там знаешь, просмотров сколько? Смотрели, блядь. 8, блядь. Такие 8, блядь, ага, держи карман шире, блядь. И то мамку заставил посмотреть. Вот, блядь. Спасибо, что рассмешили, блядь. Так, ладно, упайрелитесь, если ты устал. Говорить уже. Давай. Если Олег устанет, я по РЛ там сразу с первого драйва бьем. Я говно.
Кик на пол. БР на КД у всех. Есть БР? Есть. Все, начинай. Кто святой дисплейт? У меня же буква R заедает с вами. Акар. Метеор. Убежали. Смотрим лужа. Лимошка, забирай моба. На мне два моба, я уже у стены. Почему ты не забираешь? Забрал. Забрал, когда уже сказал. Кружок будем бить, РДД. Сутера рэпа метка. Сейчас будет метеор. Наноси быстрее. Метеор, побежали. Лужа, повезло. Бьем дальше. Оптимус сам себя. Босса играем. 3%. Ультран босса играет, потом трэш купишь. Все боссы быстрее. Одна секунда до переходки. Заходи сразу. Рейд, заходим. Оптимус. Этот. Взрыв разума. Странно, что вы обновили крит на хп вары. Кружочек играем. До меня такие стали. Мы летаем метко. Звездочки стоим сегодня. Прижимаю святую клятву. Сатара рэпа. Быстрее добивайте. Можно заходить? Да, заходите. Заходим. Быстрее заходим. Становимся звездочку. Чуть будет лезвие с меткой одновременно. Вторая пометка. Куда там переходка уже? 2%. Ну, варенька. Ты давал крит? Кому, блядь? Вторая. Так, фаза пошла, свет, выходим. Резы, резы, стой. Тупой рубит метка. Давайте рост в свету. Возможности, говори, если обновить частицу надо, то забываю. Бывает такое. Да, метка. Спойлер снимал. Ты не туда несешь. Двойка тебе. Метеор сейчас будет. Че ты по луже бегаешь? У тебя 5 стаков. Ой, бля. Побежали. Во тьме дали рост. Смотрим лужу. Лужа в рейде. Сакру дал. Да, 5 метка. РДД Большого Голема сыграли. Большого Голема сыграли. 7 стаков и т.д. Этот, кто там, слизни ТТМ, диспельте с него. Талиб квадрат. Назад, назад. Будет метеор. На танке метеор квадрат встали. Смотрим лужи. Точняк, давай сакру. Повезло с лужами. Вот это метка. Топор убить метка. Тут
Питер Р. Погиб на ману. Ставь тотем. Клятву прожал. РД большого голема быстро. Дзиндоу выноси метку. Большого голема быстрее. Встали в квадрат. Точняк метка. Глыбу можешь прожать? Метеор побежали. Точняк, давай каплю на гилда. Смотрим. Лимошка, каплю. А, лимошка, да, каплю. Забыл, что. Так, он танчит. Выноси быстрее, дричи. Спокойно. Прожми срезку. Громовый утес, поднимай Хакса. Вставай. Забафайте его, пристабав лапу. Поднимайте меня. Бля. Алдеран, можешь поднять быстрее? Побежали, спокойно отбафайте меня. Возложение рук на гелда, лизнит на выноси метку. Иннеры по мне. Утербол живее. Сатрэ погиб на хп. Оптимус гим на ману. Все в большого голема играем. Алдеран, стоп не по трэшу. Стоп не по трэшу. Стоп не по трэшу. Оптимус метка. Каску по мне, лимошка, дай. Дали сейчас квадратик. Вот, квадрат. Так, метеор побежали. Капля надо тебе? Не. Стали в квадрат. Мастер Аур прожал. Смотрим уже. Громовой, выноси метку. Отошли от громового. У вас 62 штрюм. Лимошка, забери с меня трэш. Играем в последний трэш. РД большого голема. Маны уже нету. Утербол выноси метку, даю сакру. Есть еще сакра. Не надо. Все, перебегаем, добиваем босса. Рано, рано, рано. Все. Ничего не рано. Утербол выноси метку. Майфтулись, упали, упали, падают. Да. Нет. Ну вот, батя, пришли, и все упало. Что после, что там клево всех захуяли? Бля, ну хуя вы не спейлите с магов свету? Я чуть не сдох два раза из-за вас без спейлера, блядь. Хило чешку рульте. Потная хуйня, да? Да, нужна хило чешка. Лучше б я друидом пошел. На уф рультиком надо. Так. Че, еще будет что-то? Еще одна раз. И как? Вот. Ну, Мелику. Я говорил им про 500 кидать. Сейчас придется им тапки отдавать. Пиздец, да? Джерри, ты купил Азерот? Он кокер ГЦ. Ну, пацаны уже на лече. А чё ты ему кольцо отдал? Ты ж тапку... А чё кольцо? Бля, да я ошибся. Колечко. Паролить. Пролить кольцо кому надо. Начислишь сам, Ника? На оф. Пусан Бровича. На оф колечко. Я ношу пароль. Так, сколько ещё секунд? Там срезали сейчас статы на легионе. У меня хули пало там. Кому обмен? 2к хп. А, гилду. Ух. Хорошо, что Альдеран среагировал быстро и меня а погнал. Где? Ты в Долоране? Нет. Что там со второй? Серьезно хил говорит, да? Да, да, да. Грешнал? Да, я нашипаролил. Я писал в РК, могу показать. Чё такое, найду это кольцо. А чё там, оно вроде тапки за 704 или... В лесу тебе на ЕП. Полная стоимость тапки. Виталий, ты на ЕП? Угу. А, ты ему добавил?
Я офнулся там с мага, на него и начисляйте. Угу. Спасибо. Кто еще на ИП? Спасибо, Кирилл. Ужас, блять. Не люблю резки, когда я БДК или еще 1000 вайп, блять. Завтра кто что будет собирать? Есть желающие? Я соберу там. Если воду соберу. Кто ИВК будет рейдить? Кто собирается? Давай я зарейду. Че, мы еще резку не пойдем? Че, дрищи что ли? Ну давай ИВК плюсуем. Ну давай резку тогда. Так кто, я или ты будешь собирать? Я соберу быстро. Ну давай ты собирай по РЛ.